Сегодня многие ульяновцы почувствовали себя таки жителями столицы, простояв вечером в пробках по 2-3 часа. Сотрудники ГИБДД заверили, что аварий случилось не больше, чем в обычные дни. Вероятнее всего, пробки вызваны тем, что ульяновцы после работы ринулись в крупные торговые центры за покупками к Новому году. По фотографиям из социальных сетей видно, где больше всего скопления машин – на Пушкаревском кольце, улице Минаева, на Московском шоссе.